Всем привет! Починил я рулевое управление на вот этой вот радиоуправляемый УАЗ-2106 универсал. Вот. Я думаю, там один проводок оборвался, там оба провода на рулевое управление, короче, как-то перерезало, перерубило, я даже не знаю как. Там на месте сгиба, короче, они оба оторвались. Тут стоит ли по аккумулятору вместо стандартного. Вот, сейчас посмотрим, как она носится. Вот, пульт от нее. Колесики теперь выворачиваю, но тут пружинка слабенькая и вообще особо это. Но гонять она должна очень резво. В каких-то моментах она будет, конечно, не в кадре. Вот. Так вот она полуприцепом наяривает на линолеуме. Я, в принципе, и хотел такую мощную тачку сделать, чтобы она с места рвалась. Колес поворачиваешь, она все равно прямо летит. Ну, еще у нас тут фары есть. С фарами, конечно, мощность поменьше должна быть. Но оно неплохо. Ну да. Газ жмешь, и фары, короче, это тускло светят. Сейчас видно будет. Но это, конечно, с тех времен, как она стоит, как я вот видео снимал, я аккумулятор даже не заряжал. Тачка на продажу. Такая, знаете, получилась настольная, чисто на столе починиться там, не знаю. Ну, в принципе, от такого масштаба ничего большего ожидать не стоит. Но получилось, я не знаю, как, не помню, как в стойке машинка ездила, я не проверял. Вот. Ну, такая у меня получилась шестерка для дрифта универсал. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.